Скажите, чем сейчас занимаетесь? Да ничем я не занимаюсь. Мои люди на отдыхе, мы на отдыхе. Из аэропорта вы вышли, да? Ну, пускай будет, да. Нет, ну просто есть информация, что там сейчас воюет батальон «Восток», что Сомали сейчас там нету. Правильно я понимаю? Правильно. Нас там нет. Давно вас оттуда вывели? Выгнали? Вывели. Да не, ну, нормально. Там батальон «Восток», Матагола воюет. А вот все очень интересуются, по какой причине вы сейчас не там? Ну, считаю, что мои люди устали. Устали, то есть ротация была произведена, да? Да, да. Угу. А сейчас какие задачи у вашего батальона? Отдохнуть. Просто люди, отдохнуть? Да, люди просто отдыхают. Так, вот такой вопрос. Сейчас командир батальона «Восток» Ходаковский утверждает о том, что та гуманитарка, которая проходит в сторону аэропорта, вот тем самым киборгом, и он разрешает ее провозить. Слышали же эту историю, да? Ну, что я так слышал, Кая Муха, он не вникал, это не идея. Ну, объясняю это тем, что все люди, мы не хотим здесь заниматься геноцидом, нужно ребятам помогать и так далее. Единственное, на что они проверяют эти машины, так это на наличие боеприпасов. Слышали об этом? Ну, я слышал, скажем честно, не вникал это. Для этого есть другие органы, пускай с этим сами разбирают. Ну, если это действительно так, вот как вы к этому высказыванию его относитесь, к заявлению? У каждого человека свое мнение. Он командир хорошего батальона, достойный офицер, достойный командир. Его мнение, он принимает решение сам. И тем более, осуждать его за это я не имею права. У каждого человека свое мнение по поводу войны. У него свое, у меня свое. У матроса свое, у командира оплота свое, у каждого человека свое мнение. Вы поймите, мы не имеем права друг друга осуждать. Будет тяжело ему, понадобится моя помощь, я приду их всегда ему на помощь. И ему, и Моторола не имеет значения кому. Поверьте мне слово. Моторола сейчас тоже остался с Спартой там, да? Ну да, конечно, как же. Без него как-то скучно будет. О заявлении беса слышали вот в недавние дни? Ну да, Кая Муха слышал. О том, что Порошенко поставлял оружие еще в те времена, когда он не был президентом, на территорию Горловки, продавал бесу. Ну все может быть. А какой смысл бесу врать? Ну и как вы к этому относитесь? Как можете прокомментировать? Молодец, Порошенко. Я не заработал хорошо. Как всегда. Все грязное белье рано или поздно всплывает, вы запомните. Я считаю, что командир такого подразделения, как БЕС, не может лгать. И я не думаю, что он просто хотел чем-то оскорбить Порошенко. Хотя его так и за свой каждый день так и так каждый день оскорбляют его Порошенко. Но это я думаю, что у этого человека есть подтверждение тому, что Порошенко действительно продавал оружие. Понимаете? Ну, если он лично ему продавал, то уж тут никаких подтверждений не нужно. Ну, вы знаете, жизнь полна сюрпризов. Я не удивлюсь, зная командира так называемой страны Горловка, хорошо, он тактичный, очень внимательный и доблестный офицер. Так что. Мы с ним, правда, один раз в жизни всего пересеклись. Ему нужна была моя помощь, я ему помог. Когда у меня был пленный, и ему нужно было обменять своего солдата на пленного. Я своего пленного ему отдал. Так что никаких плохих взаимоотношений у меня с ним никогда не было. Ну, еще, наверное, один из самых важных вопросов, вот сейчас тоже многие интересуются. Прошло время, вот звонки на телефоны, все это было, девушки писали. Результаты какие-нибудь есть? В каком плане? Ну, в плане личной жизни. Да нет. То есть не выбрали никого? Да никого не выбирал. Или никто не звонил? Да не звонил, все это просто, как вам сказать сейчас, вы поймите. Ну, я же думаю, с кем связываться. Ну, кто с кем, как я связываюсь? Я же постоянно воюю. Мне со мной тяжело. Я слишком предан своему батальону. Предан своей стране, и для меня это будет всегда стоять на первом плане. Девушки-то надеются. Телефон свой дали. Ну, слава богу, никто не звонит. Никто не звонит? Да. Значит, мой номер телефона мало кто знает, и это хорошо. Его знает хорошо украинская сторона, слушает меня внимательно. Хочу им передать привет пламенно. И хочу одно сказать. Кто, если украинская сторона увидит репортаж, я хочу передать одну вещь. Ребятки, не расслабляйтесь. Вас ждет очень большой сюрприз.
Мы никогда просто не отдыхали. Наберитесь терпения, мы вас разочаруем очень сильно.